Ростом основных индексов закрылись в четверг торги на европейских биржах. Его мотором стал телекоммуникационный сектор, котировки которого увеличивались вслед за 8% подорожанием акций четвертой по величине британской компании Vodafone, подтвердившей, что она ведет переговоры с Verizon о продаже ей своей доли в американском совместном предприятии. Вместе с тем снизилось давление на рынок со стороны кризиса вокруг Сирии. Перспективы неизбежности военного удара по ней стран Запада, по мнению рынка, уменьшились. Кроме того, некоторые инвесторы считают, что даже в случае военного вмешательства оно вряд ли окажет очень большое влияние на мировую экономику. Поддержку рынкам оказали и данные о более быстрых, чем ожидалось, темпах роста американской экономики во втором квартале.